Первые минуты, эй, жестко играем, дай. Грязный бит. Петнич, я с лидером чемпионата. Думаю, нормальный результат, но, конечно, ожидали больше. Должно было быть лучше. Надо всегда думать о самом большом результате. И для нас это должно быть первое место. Матч в Грозном всегда тяжело? Всегда. Там нам никогда там не просто было. Они всегда играют намного лучше с командами, которые находятся вверху. Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки от лидера. Думаю, надо повторить игру с Краснодаром. Надо каждую игру играть, как играли с ними. Настроение должно быть такое. Биться за каждый мяч, каждый на единоборство. И, думаю, проблема не будет.